Всем привет, друзья! Мы вновь рады приветствовать вас на новом этапе сборки модели МиГ-31 от компании АМК. Всем приятного просмотра, устраивайтесь поудобнее, и мы начинаем. Если вы не подписаны на наш канал, подпишитесь, нажмите на колокольчик для своевременного получения уведомлений о новых выпусках на нашем канале. Итак, вперед! Следующим этапом сборки у нас пойдет сборка кабины. И начнем мы со сборки кресла. Одно кресло я уже собрал. Выглядит это вот так. Соберем второе. Подготавливаем все детали, убираем все заусенцы и швы от пресс-форм. Ну, потому что нам не нужно некрасивое сиденье, правильно? Потому что в некрасивом сиденье неудобно и некрасиво. Детальки подготовлены, и теперь их можно склеить. Много клея не наносим, хотя клеем модель не испортишь, главное осторожно и аккуратно. Так, сиденье у нас собрано. Можно его примерить в кабину. А далее будем устанавливать на это все фототравление. Итак, следующим этапом я решил пособирать элементы кабины и посмотреть, какие детали из предлагаемых фототравлений можно установить на приборные доски и приборные панели. И сравнив некоторые детали фототравления с пластиковыми, пришел к выводу, что не стоит клеить все детали, предлагаемые в фототравлении. Вот, например, радар в пластике выглядит намного интереснее, чем в фототравлении, потому что здесь выпуклое стекло самого экрана радара, да? А в фототравлении оно довольно плоское, поэтому считаю это неинтересным. Так что будем делать своеобразную такую сборную солянку из фототравлений и пластика. Некоторые детали будем оставлять в пластике. Ну а те детали, которые будут, скажем так, более проблематично красить, будем заменять на фототравленые. Я думаю, что у нас вполне для этого подойдут вот эти боковые панели. Отдельно приложим фотографию, покажем, как они выглядят. Ну, в общем-то, все в процессе будет понятно. Итак, начинаем, приступаем, фигачим по полной. И самое немаловажное, на что стоит обратить внимание, то, что фототравление у нас уже дается окрашенное, а краска не совсем соответствует. Поэтому нам придется замешать цвет, наиболее похожий на цвет, который дан фототравлению, чтобы у нас интерьер был однородный, да, по цвету. Далее, что хотелось бы отметить, прежде чем все это клеить,
необходимо срезать фототравленные детали и приложить их на те места, где они должны быть приклеены, померить их. Ну и приступаем. Да, стоит отметить, что вот это окрашенное фототравление, оно более тонкое, чем обычное травление. И срезается оно с рамочки попроще. Таким образом подготавливаем все детали, проверяем, после этого окрашиваем все приборные панели в цвет кабины и монтируем элементы фототравления.
На этом данная серия завершается. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться на наши ресурсы, ссылки на которые вы найдете в описании. Ставьте лайки и до новых встреч в новом выпуске. Продолжение следует.